Лепота-то какая? Лепота. Ну что, мы в Днепре. Пивной фестиваль «Крафт Культура». Наконец-то мы приехали. В прошлом году пропустили, потому что его не было из-за локдауна. В этом году он проводится в перерыве между локдаунами. Мы этому очень рады. Так что welcome на стадион. Стадион так стадион. Очень добрый главный день. Организатор. В душу. Ну что, как ощущения от первого дня? Мы довольны тем, что у нас наконец-то начало получаться вовремя все запускать. Спасибо большое всем участникам. Все вовремя приехали, вовремя собрались, вовремя запустились. И к старту фестиваля все были красивые, готовые. Ну, готовые в смысле работать, наливать, радовать гостей. Ну, вот таких. И трезвые. Пока эпик фейлов не было. Ну, по мелочи, там кран не работает, там что-то где-то... мелочевка, эпик фейлов больших, пока еще факапов не наблюдается. В этом году прям все слажно и гладко. Ну, отлично. А куда смотреть-то? Окей. Планы по развитию. Спасибо. Пивовары выглядят довольные. Да-да. Планы по развитию... Крафт-культуры? Крафт-культуры, да. Крафт-культура в дальнейшем так и останется один раз в год на Днепр-арене. Ну, если не будет никаких форс-мажоров в виде там новых волн ковида и так далее. И, скорее всего, на территории завода будем проводить еще в течение теплого сезона, в течение лета и весны, маленькие мова-фесты там на 3-4 пивоварни, каждый раз разные. Да? Да, на территории завода, на территории пивоварни. Было бы интересно посмотреть и завод вас посмотреть. Мы с удовольствием покажем, приезжайте в гости, экскурсия, все расскажем, покажем, наши двери открыты, никаких тайн, никаких секретов. Хорошо, спасибо большое. Хорошего дня. Я извиняюсь, вклинюсь в ваш разговор. Что интересного обсуждаете? Тебе надо было подойти на 20 минут раньше. Сложно передать весь наш разговор, но мы говорим о тенденциях. Крафта. Ну, не обязательно. Украинского или... Украинского. Можно твоим подписчикам? Если вы не пили вот эту штуку Варвар Реминисенс, и вы каким-то чудом любите крепкие, солодовые, британские стили... Это оно. Это даже не оно, это лучше, чем оно. Лучше, чем оно. Очечков не хватает. Здравствуйте. Каких? Нет. Ну каких? Не, вот эта хуйня должна быть сверху. Да. Отражатель называется. Ребятки мои, вот пришел молодой человек, подписчик, да, вот такой классный презент принес. Чебуратор, да.
наш Doppelbock, который он сделал буквально через неделю после выпуска видео. И вот он настоялся, но начальная плотность 26, и еще выдержка на дубовой щепе. Итак, друзья мои, второй день фестиваля. Первый день как у нас? Шикарен. Шикарен. Первый просто день шикарен. Днепропетровск не подвел. Да. Ребята жгут, народ прет, все замечательные, блин, пьют, пробуют, веселятся, пьют. Да. Ну, классный. Мы даже воду газировали, все равно пьют. Фест, организаторы просто красавчики, люди, днепряне, да вообще позитивчик. Все, сплошной, да, приезжие, позитивчик. Все молодцы, классные, люблю вас. Родные вы, Даши. Красавчики. Да, вчера день такой загруженный был, немножко подустали, да, поснимали немножечко, там поговорили чуть-чуть. Может, сегодня немножко меньше людей будет. Да. Постараемся тоже немножко пройти с пивоварами поговорить. Если получится, если не получится, сорян. Да. Но пиво попьем. Да, пиво попьем. Да, вчера тоже такой тяжелый день у нас был. Вечером приехали еще ребята, да, друзья с Киева. Леша, Вадя, там, кумовья. Игорь здесь. Да. Тоже Игорь! Просидели тоже до двух ночи, вот. Так что сейчас на анаболиках, короче, проводим второй день. Да. Ну что? Что? Гоу на второй день! Поработаем. Все, погнали. Работаем. Так, вот у Альбира взяли такой мензурочный бокал для проб, потому что ибо 30 пивоварен, я упаду, но надо попробовать интересные сорта у всех. Пока не особая движуха, пройдемся, попробуем. Так, этого мы знаем, мы тут все пробовали. Даже больше скажу, мы тут все варили. Так, Файна. Файна, привет. Здорово. Что будешь? Да, что интересное самое, попробовать вот мензурку. Куда пошел? Погреба. Погреба пошел. Опа-на! Что это? Саур. Саур. Ай, какая красота. Все, ну много не надо. Понял, ежевичный, да? Вот тут смородина. Смородина? Там уже холода. Ай, пахнет хорошо вообще, ягодка такая. Это как раз на наступный день, если не хочешь прям. То, что надо. То, что надо. Хорошо. Хорошо. Нет? Да. Отлично. Очень вкусненько. Спасибо. Смотри, какие девчонки. Что у вас интересного? Такого, что можно попробовать, не напрягаясь, скажем так. Не напрягаясь. Не напрягаясь. Обычный классический пилс, сваренный на крутой бельгийской крафтовой формальной чистоте. Классический пилс, как он должен быть, да? Да. Соломка. Ожиной пахнет. С предыдущего кислика, да. Горчинка такая. Поразительная, да? В немецком стиле, я так понимаю, да? Не, классненько. Ну, такого можно литр лупануть сразу. Просили обычное, пожалуйста, вот вам обычное. Надо необычное, что-нибудь необычное будет. Это харьковчане Альдбир. Главный пивовар, технолог Татьяна. Да. Пока занята. Да. Что интересное у вас есть? Здравствуйте, ребят.
Я жутко боюсь камеры. Чего? Ты со мной говори, не надо на камеру. Предлагаю прекраснейший сорта. Классика, чешский пилснер. Только что пилснер пробовал. Отлично, наш? Нет, там. А то не важно, наш надо было пробовать. Golden Ale, француз, каркадешечка, вот такой. Кабинет классика. Во, французский есть, каркадешечка. Давайте. Пробуем? Давайте. Ваш же и бокал. О, ребята правильно делают. Водичкой промывают сразу. То есть кегу подключили с водичкой, промывают бокальчик. Все по фэншую. Пожалуйста. Красота. С розовым отливом. Каркаде и мед. Каркаде и мед. Цветочками. Пахнет цветочками. Очень мягко, легкая кислинка, сладинка, просто бомба. Я даже пальчик отогнул. Это как показывают, махнули. Да. Мерси. Все, пошли дальше. Хрюбрю, кабаны. Не, кабаны там, это свиньи. Что у вас интересного? Да у вас много чего интересного. Милкшейк пробовали? Милкшейк. Ананас, кокос, ваниль. Ананас, кокос, ваниль. Да. Еще интересненький квейк-нипа на боссах. О, да. Квейк-нипа. Да. Можно попробовать? Конечно. Ага. Цвет нипа. А, хороший. Да. Запах классный. Galaxy Sabrok. Такая смесь. Да, очень. Очень хорошо пахнет. Прям хмель. Тропики. Мягенько, ароматненько, хорошо, скажем так. Спасибо. А вот и кабаны хмельные. Представители пивной фауны, скажем так, очень любят сладенькое. Так что попробуем их не... А мы вам нальем кисленького сейчас. Обманем всех. Сладенького или кисленького? Ну, что-нибудь такого. Эх, от себя лично, да. Самое блюдо от шеф-повара. На Диком Западе. Опа-на. Опа-на! Что это такое? Если грустно, если скучно. Цвет как не ипашка. А вкус как... А вкус... Ну, пахнет дыней. Ты прямо в точку. Ничего себе. Да? Хороший. Реально хороший нос. А он что? Пивовар, да, вроде? Ты что, понимаешь в этом что-то? Где-то рядом стоял, послушался. Что, реально дынный? Дынный какой-то, да? Сау. Ну, прям запах, да, дыня. И вкус такой кисленький. С легкой сладинкой, очень прикольный. Милкшейк какой-то, саур милкшейк. Пейстри саур. Пейстри саур. Но тут кислинка есть. Кислинка, потому что саур. Да. Короче, намешали несмешуемого. Смешали несмешуемого. Очень, очень классно, очень необычно, прикольно. Да, я даже тебе дам, могу попробовать, потому что ну, я не могу не поделиться такой красотой. Да? Отдай. А вон мама пришла, которая все это сделала. Вообще, дынька бомба. Это дынька? Да.
Ну, делалось прямо перед фестом. Прямо перед фестом? Ну, в смысле, он стоял выгруженный, а заправлялась дыней прямо вот за два дня до фестиваля. Берлин Сидрерия. Матеч. Матеч. Где матечи? Матечи. Зараз сможем найти, я все равно потребую. Не несет. Ну, интересно, куда они делись? У нас контент. У нас контент. Матечи пришли. Шалом, православные. Шалом, шалом. Что интересного предложишь? Вас, юноша, бокал? Не сильно? Не-не-не, на 30 пивоварен самый тот бокал. Попробуй кофе. Дракула. Дракула? Дабл кофе. Что я туда сделал? Я туда на сухое. Cold brew. Сделал арабику. Арабику. Арабику с какой страны? Гватемала. Гватемала? У меня колумбийский. Натуральный колумбийский, порошок. Натуральный колумбийский порошок. Если понимаешь, о чем я говорю. Да, да. Короче, очковали, войдет ли какое-то брожение чужое. Мне, слава богу, это вообще. Здорово. Да. Кофе. Кофе, кофе. Мой кофе пробовал? Конечно. Ну и как? Хорошо. Вчера стояли с тобой. Да. Ну, я прям. А, ну да, да, да. Конечно. Класс. Знаменитая Сидрерия делает разные классные штуки с ревнем, со смородиной, да? Бюрч. Это... Короче, это пиво тоже будет средним. До хрена классных штук. Что-нибудь интересное. А то пиво. Это что-то обычное. Шелковица. Шелковица. Да. О, вообще, да. Тутошка, как мы называли. Тутошка. Какая? Тутошка. Тутошка? Да. Я с Казахстана. А-а-а. И там тутовые деревья вот эти. Назывались тутошка. Здесь называется шелковица. Ой, вино. Такое вообще. Очень классный такой запах, ягодный. То, что надо. На, попробуй. Я смотрю, ты на злым взглядом косишься. Да? Вообще. Летопис. Это подсвечник? Да. 30 пивоварен. Нормально, если бы я с кружкой пошел. И что бы я был там на 15-й пивоваре? Я вот сейчас вас даже поддержу. Я тоже с кружкой. Пожалуйста. С нормально. Так давайте. Нормально. Зеленый лимон. Для начала. Давай. Лимон. Солью. Пробудись и улыбнись. Девиз наш. Нормально. Смотрите, все будет. Ага, лимон. Ага, соль. Ага, соль. Это называется норма пивовара, да? Угу. Пивовар, он как, главврач приходит с утра на пивоварню и по больным. Ну, не по больным, по выздоравливающим. Кому на холод, да, кому да, попробовать, да, кому да, на анализы. Попробовать, тут понюхать, тут слить. Утку вынести. Так что мы врачи, можно сказать, главврачи, да? Классно, классно. Лимончик такой. Фестиваль. Пробуждает, правда? О, фестиваль. Фестиваль Бобы. Организация вообще на высшем уровне. Да, люди просто красавчики. Все замечательно, разделено. Продумано. Даже такие мелочи для фестиваля, для участников, как маркеры, листовочки с надписью, да, да, делать, дипломы. Вони нас такие мелочевки, а так гарно. Да. Каждая мелочь, то есть задники все, маркер каждому дали. Баллончики, вот эти вот краны, аккуратненькие все, это вот все организаторы предоставляют. Молодцы, Богдан, вообще, мова, да, мова красавцы.
Ребрю. Мощные ребята готовят такие вещи, что не каждому и по карману. Чего об этом? Что можете дать на дегустацию? Да все что угодно. Привезли эксклюзивно коллаборацию с Noen Brewery, молочный портер с добавлением ванили и какао-бобо. Ага. Также привезли коллаборацию с рок-группой «Ожиданные собаки». Это Сашин Эпа наш, да. Вчера еще был Imperial Scotch Ale, выдержанный на дубовой щепе, вымоченный в ямайском роме, черт. Ох, ё-моё. Да, вчера, правда, его вывез, выпили, поэтому... Ну, поэтому мы его пробовать сегодня не будем. Не уже никак, да. Да, я понял. Давайте. Сэшн, да. Один сорт. Коллаборация с рок-группой. Попробуем сейчас, что там рокеры наварили. Рокеры с пивоварами. Да. Ну, собственно, это Session IPA 4,5 алкоголя, сухое хмеление Айдахо 7 и Амарилла. Ага, хороший хмель. Ой, приятненько, приятненько. Пиво имеет цитрусово-хвойные ноты, приятное хрустящее тело, соответственно, и очень легкое пиво. Да, и пивовары придумали, да? Хрустящее тело. Что это вы? Хрустящее тело. Ну, то есть, когда пить оно сухое, оно... Да, я понимаю, да. Умели покусать язык, создает ощущение хрустящее. Да. Карбонизация еще такая сильная, она такая дает. Легкое, сухое, питьевое, его можно, конечно, заливаться. На, попробуй. Ручек не делал. Хорошая. Литрушка уходит на где-то в землю. Да, 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 да. Я думаю, чувствую, что такое уйдет. Да, и круто. Вот, и вот сейчас еще попробуйте портер молочный. Не-не-не-не, я по одному сорту, спасибо. Пожалуйста. Я не дойду. Все аккуратненько, вот такая водичка, пожалуйста. Здесь промывка бокалов. Привет. Это Витя. Это что, вот так? Мне? Да, это. Начинаем пробовать? На пробу, да. Отлично, так, поехали. Стас. Вы его знаете, организатор одесских фестивалей, пришел как учиться. Я пришел как гость. Ну, перенимать опыт. Перенимать опыт, да, и может быть чем-то поделиться, если... Да, и может поделиться, у каждого свои наработки. С пустым бокалом, кстати говоря. Понятно. Мы тоже с пустым, сейчас будем... А, уже не пустой. Да, обращайте внимание. Это рисовый лагерь. Какой? Рисовый лагерь. Рисовый? Да. Ага. Ну, рисовый он, можно сказать, условно, а можно сказать и не условно. Там 15% засыпи риса. Хмель цитра. Мы как по правильному, по каноническому вылеживаем его в парфасе. Лежак, да. Лежак. Он полежал уже. Ну, на самом деле он у нас закончился, ну, полтинник первый закончился сразу риса. То есть вчера он пошел очень хорошо. Ну, очень легкий, питьевой, вообще летний, с легкими цитрусово, такими травяными нотами. Очень, очень классно. Легенький, ровный такой, прям вот хочется его. А потом ляща какого-нибудь. Да-да-да. Именно такую функцию он и выполняет. Нам он сам очень нравится. И по вчерашнему дню могу сказать, что много людей, которые заходили, его попробовали, потом возвращались без вечера по нему. Да. Ну, круто. Признание, да. Ты первый раз, да, здесь? Дебют на фестивале. Пивоварня вообще молодая, злак. Сколько вы основались? Ну, у нас получается пятый месяц продаж, как говорится. То есть парки начались 15 марта. Ну, понятно. А продажи с нами идут пятый месяц. Ну, короче, по полгода вам, да? Грубо говоря, да. Red Cat, Харьков, вы их должны знать. Эти лица вам знакомы. Маска — это милкшейк.
человек IPA, 300 килограмм манго на тонну пива. Это наши самые. Их мы, в принципе, всех пробовали, с ними знакомились. Задерживаться, в принципе, не будем, они заняты. Все, ребята, мы вас знаем. Мы вас тоже любим. Спасибо, мы вас тоже. Все, пойдем мы дальше, потому что у вас мы все перепробовали. Хорошо. Здравствуйте, стараемся, работаем. Есть что? Конечно, есть. Продвигаем крафт-культуру. Молодцы. Вот ребята продвигают крафт-культуру. Вы даже не представляете, насколько жестко. Другие просто бухают, а они представляют, вот, продвигают крафт-культуру. Мы вчера в 5 часов утра добавили 400 килограмм яблок на 2 тонны пива. Это 200 килограмм вишни, 100 килограмм черной смородины и 100 килограмм ежевики. А позавчера добавили 450 килограмм доминиканского манго-пюре в 2 тонны пива. Я видел. А позавчера добавили 400 килограмм персика, почистили на мясорубочку и добавили милкшейк на 2 тонны 400 килограмм персика. Плодово-ягодное перерабатывающее пиво. Предприятие маленькое. Маленькое предприятие. И все в пиво. Ай, как абрикосом пахнет. Это абрикос. Вообще круто. Абрикос. Просто вот свежий абрикосовый компот. Только когда его варят. Это запах, когда его варят. Просто потом он отдает, когда уже сварили, варенье по-другому пахнет. Это ему когда варят. Когда бабушка варила абрикос, он пахнет. Кисленько, прямо. Вкусовые сосочки прямо возбуждаются. Мы старались приблизиться к этому всему возбуждению. Да, круто. Респект. Вам спасибо. Спасибо. Хорошего дня. Давай, ага. Всем вкусного пива. Ребята с Волыни. Как вы знаете, из названия Волынский бровар. Ну понятно. Ну это же Волынь. Понятно. Когда Польша была, это была Волынь. Все, Львов, Луцк и Ров. Ага. А сейчас Волынь не только Луцк, а ровно просто. Она бывает только в городе Березна, это Ровенский Ров. Ага. Называется Волынский, потому что когда-то там, еще когда Польша была, все. Ну, хорошо. Короче, исторический экскурс мы прошли, теперь будем пробовать пиво. А что интересное, что можете вот дать, да, один сорт, который можно там охарактеризовать ваше пивоварку? Потому что вкус уже манго-стаут, конечно. Манго-стаут? Не, это лагерь. Лагерь. Октоберфест, да? Да, сейчас извините, с прошлых пивоварен выходит. Go to fest. Поехали на... Ага, Леша. Шо? Абрикос классный. Все для вас. Спасибо. Да, такой фруктовый. Да, такой. Даже не могу описать, это цветочно-фруктовый какой-то аромат. Очень интересный. Спасибо. Вкусно. Да. Не-не-не, мы по одному сорту. Все. Идем дальше. KLB. Киев Local Brewery. В Киеве локальная маленькая пивоварня. Это вот ребята. Привет. Здравствуйте. Нет. Что интересного? Хотите попробовать? Да. Я хочу попробовать. Чем более?
Так, что-то наливается. Отлично. Цвет мне уже нравится. Нормально. Запах лимонный какой-то. Маракуйя. Маракуйя. Ну, извините, маракуйю я не кушаю каждый день. Мозг ассоциирует с лимоном. Да, фруктовая. Хорошо, пахнет. Кислячок очень, очень мягкий, нежный, прикольный. Приятный, да. Супер. Очень. Да, 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 да. Очень, очень приятно. Мягкий. Да, да, да. Завтрак. Ну, типа того, учесть, что мы половину уже пивоварен прошли, да, такой. Ну, отрезвляет. Да, 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 он отрезвляет. Хорошо. Ты потом смонтируешь в этом видео, как включили лесопрай, потом вот это все добавишь, да? Я тебя знаю. Посмотрим, как получится. Не, ну бокал у тебя, конечно, лучше, который я видел за много фестивалей. Да, да, у Альбира отжал немножко. Все, спасибо. Это одесский магазин ништяков. Это да? Собственный импорт. Штабы ништяков импорты. Прямо вот, вот сплошные ништяки. Просто вот все в ништяках. Стаус голубика или бурбон барлейдж? А что вот, вот я по одному сорту пробую, чтобы ну, мне дойти до хотя чтобы выжить. И что вот что? Можно одно такое попробовать? Ну, либо выдержанные бочки из-под бурбона, вот это сладковато с древесными нотками, либо второе он будет с лесным орехом и голубикой. Он будет более пейстри такой. Давай, с лесным орехом. И голубики. Это краса Мнепола, шведская пивоварня, вот это, которая ходит в 100 лучших пивоварен мира. Ребят, кстати, нет своей пивоварни, они абсолютно контрактные. Контракт? Варится дискорд по всему миру. А Мнепола, да? Это же они не первый год, то есть они без пивоварни варят 10 лет, это 10 лет, и они только контрактные. Но они недавно открыли в церкви в Швеции мини-пивоварню, но она пока работает только на местный рынок. Все равно весь экспорт они варят либо в Бельгии, либо в Америке, либо в Англии. Это хорошо пахнет, да? Это вот так вот. Что ты пьешь? Посмотри, как классно сделана этикетка. Даже не этикетка, это на бутылке. Даже не знаю, как они это делают. Тиснение какое-то. Видно тиснение? Ну круто. Ох, мощная штука. 12,2. 12,2. Меня решили убить здесь, чтобы я дальше не ходил. Если бы вы хотели вас убить, то я вам бурбон. Да, есть бурбон, там 13. Еще. Мы с вами увидели, здесь тоже Балтик, Борды, Крампус, соответственно. Что-то похоже, да. Не, это круто, это ты должен оценить. Игорек у нас по крепышам очень хорошо. Это темное пиво, что бочки с пивом, шведское. Нет, супер. Спасибо. Крафт-гараж, ништяки из Одессы. И Швеция. Но импортная компания в Одессе. О, как это допить? Ну, я уже хорош. Очень хорош. Ну, я и так был неплох.
Так, Солодок. Пойдем сбоку. Зайдем. Да. Зайдем. Солодок в своем репертуаре. Мы на рабочем месте. На рабочем месте. Ребята на рабочем месте. Что интересного? Интересное все что? То, что это все сварено на домашний пивовар. Ну да, мы знаем. Солодок это как бы магазин аксессуаров для пива, для ингредиенты, оборудование, все, что надо для домашнего пивоварения. Интересно, утопился вот это мой бог, это крепкий лагерь. Нет, крепкий, я вот не могу этот амнипола допить. Надо делать усилия. Ну, крепкое, да, оно классное, но крепкое. Что-нибудь кисленькое. Кисленькое есть в Black Current, оно там база одинаковая, еще Ирландия и Black Current. Вот, это сауэр, один со смородиной черной, а второй с вишней. О, ну, со смородиной, давай попробуем. Да я сейчас... Я сюда налью, чтобы мне нальется просто бокал. Мне не полетит. Кислородный коктейль. Капец. Смородины. Ну, я думаю, ребята на небольших объемах могут себе позволить, блин, нормально туда. Мы можем себе позволить. Да, смородины закинуть. Да, не экономить. Как можно экономить на пиве? Светота. На чем можно экономить? Круто. Язычок очень нежный, смородиновый такой. Дай оператор, он облизывается. Да? Кисляк смородиновый. Утром то, что надо. Пиво первая половина. Да. Ну, мы уже половину прошли и сейчас. Зарядиться, да. Спасибо огромное. Да. Заходите к нам. Да. Пошли, пошли дальше, пока я еще на ногах. Выпили все. Даже самого. И до сих пор народ стоит, не могут оторваться. Ну что? Да. Удачки, парни, тогда. Ага, вот он, Бирфрик. Добрались мы до пивных экспертов. Скажем так. Да. Здрасте. Да, ты как всегда в килке. Стараюсь. Не всегда. Знаешь, каждый день не поносит. Забываю постоянно, как сумка называется. Спарант. Спарант. Настоящий шезлонг. Здравствуйте. Да, так и есть. Саш. Скажи мне, пожалуйста, когда будет фестиваль в Харькове, наконец? Смотри, давай я скажу честно. Вот ты был здесь в прошлом году? В прошлом здесь нет. Нет, а до этого? Да, ну, за год. За год было лучше, чем сейчас? Нет, тоже хороший фестиваль, но сейчас отработанный прям вот замечательно. Я по людям, по всему. Тоже очень хорошо. Ну, просто смотри, мы повезли завтра, сейчас денег меньше. Ну, люди как-то менее. Ну, у нас есть ощущение, что... У нас как-то ровненько. Позапрошлом году и в этом году вот нормально. А должно быть лучше? Фестивали-то растут. Может быть. Ну, короче, смотри, я к чему. Корона, кризис, деньги, тяжело. Да. Это прокатанный фестиваль с хорошими деньгами, с хорошими инвестициями. Да. Мы планировали 20-й Харьков, не получилось. Просто... Сейчас идет 21-й, тоже непонятно, что будет. 22-й, да. Время тяжелое, понимаю, но... Надо.
Киеве есть фестиваль, во Львове есть фестиваль. Вас мы позовем точно. Это да. Прям вы в топ-5 сразу в главных. Спасибо, спасибо. Обидно за Харьков. Мы, смотри. Днепр есть, Одесса есть фестиваль. Мы над этим работаем. Ну, значит, никто не взялся, взялись мы. Да. Остальные уже не берутся, потому что знают, что взялись мы. Но мы тормозим, потому что, ну, как бы, смотрите, я вот стою вообще. У меня ноги голые, денег нет. Как бы, если бы у меня были какие-то там суперспонсоры, я мог взять лишние там $12,000 и сказать, ребята, давайте сделаем, даже если мы попадем в бабки, ничего страшного, это инвестиции в будущее. Вот нет. Так. Ребята, спонсоры. Спонсоры. Харьковские. Не, на самом деле people. Прежде всего people. Да. Прям берите билеты, поддерживайте локальные фестивали, потому что фестивали делают не организаторы, а фестивали делают посетители. Да, люди. И как бы, если хочется, чтобы что-то было, не надо искать потом, ой, там, спортзал, дети, на дачу поехал. А вот фестиваль так фестиваль, стадион так стадион. Да, да, да. Да, да. А, поэтому не, все будет, слушай, ну просто в прошлом году здесь было бодрее. В этом чувствуется, что все-таки по чуть-чуть кризис догоняет. Да? Зимой будет понятно, он нас все-таки догоняет или вот он здесь где-то и закончился. И тогда мы посмотрим, ну, черт, да, есть ли смысл. Голода наступят, да, сейчас опять локдауны какие-нибудь будут. В любом случае, я думаю, в следующем сезоне в Харькове что-то будет, потому что корона отходит, вакцины приходят, а заболеваемость все равно не такая лютая, страшная. То есть все это по чуть-чуть побеждается. И на 22-й готовьтесь, наваривайте, варите. Главное, варите. Очень, очень надеюсь, потому что Харьков один из миллионников остался как бы без фестиваля. И честно, это тяжелая история. Да, я понимаю. Платформа была в этом году слабая. Я понимаю. Львов очень просто, потому что это его площадка, там очень хорошие деньги, очень нормально. Затрат минимум, ну, то есть это большой бизнес, который просто сделал очень крутой фестиваль, и они молодцы. Много факторов, конечно, должно зайти, звезды такие, чтобы все это получилось. Днепр-арена как бы тоже раскачивалась. Да, поэтому... Я помню, первые фестивали, тяжело, никто не верил, не знал, что это за фестиваль. Ну, и плюс, знаешь, в Харькове были маленькие фестивали, для этого ничего не надо. Всех пригнал, все поставили установку. Но ты когда выйдешь с такого фестиваля, ты будешь доволен. По сравнению с... Не прямо мы стоим на стадионе, а в Харькове мы стали где-то во дворе. Ну, хочется, чтобы это было масштабно. У нас есть договор уже и с механикой, висящий на дату. Они сами хотят этот фестиваль уже много лет сделать. Они там идут на уступки. Вопрос, что чтобы это было круто, хотя бы на уровне Киева, Днепра, ну опять же, Киева, Днепра, всего. Нужно работать. Короче, работа ведется. Мы работаем вот сейчас зимой, просто знаешь, как-то всплывем, посмотрим, ага, перспектива есть, работает. Потому что зимой его стартовать с рекламой и летом его провести. Сейчас я тебе ничего не скажу. Если зимой у нас будет штамм КПЗ, нам будет не до фестиваля. Ну понятно. Ну, короче, слушай, надеемся на лучшее. Да. Александр Седов, Берфрик. С негативным прогнозом. С надеждой на будущее. Сталин сказал, что все плохо. Все плохо. Нет, все хорошо. Все будет хорошо. Все работаем. Работаем, работаем. Здрасте. Здравствуйте. Миша. Да. Что интересное можно попробовать про Art Brewery? Давай я тебя научу стаут. Стаут? Да. А полегче? А он легкий. Легкий стаут? Легкий стаут. Отлично. У меня имперских нет. Отлично. Имперский только ванна. Отлично. А то меня тут напоили 12%, и я просто с одной рюмки. Мы же понимаем, что мы должны в потоке идти. Да. Ой, хороший. Если угадаешь, налью еще что-нибудь. Ну, по запаху dry stout должен быть. Лактозы не чувствую. Ага, вкус лактоза, да. Ну, лактозы тут не так много. Мы пытались воссоздать... Хотя, очень интересно, потому что лактоза обычно сразу молоком каким-то чувствуется. Тут нету, тут чистый запах именно стаута. Именно стаута, да. Но тут еще есть один ингредиент интересный. Попкорн. Попкорн? Прикольно. Прям жареный. Соль.
специальное масло, которое используется. Чуть-чуть. Вот теперь, знаешь, вот сказал. И, ну, ассоциация пошла. Ассоциация, да. И вот на запахе, на дальнем плане именно вот жареная вот эта кукуруза. Да, многие ее путают с дефектом. Не-не-не, дефект — это вареная кукуруза, тут жареная кукуруза. Ну, блин, большая разница. Это мы понимаем. Как бы, а многие говорят, что, ну, это дефект. Круто. Что еще дадим? Не, все, я по одному. Я буду. Дойти надо. Да. Ну, если ты вчера пришел, вчера у нас был бананный арбуз. Но сегодня уже, к сожалению, интересное сочетание. Да. Бананный арбуз — это просто топчик вчера. Да? Да. Просто смакота. Смакота. Все так и сказали, смакота. Будет. Да. Ну, что, в следующий раз может попробовать. Конечно. Все, спасибо. Давай, удачи. И вам. А тут рядом Киев. Киев. А, они рядом притаились. Мы их не пропустим. Что? А что, что интересного? Без алкоголя. Без алкоголя. Давайте без алкоголя. Ребята решили мне немножко сделать передых. Спасибо им. Да. Там 20-я пивоварня. Все-таки предложили безалкогольку. Безалкогольку. Уже язык не проворачивается. Ой, хмелевое какое хорошее, да, прям хмелек-хмелек, хорошо. Вообще, да, 0? Ну, там, 0,5. Ну, это отлично. Как раз тут фестиваля. Да, очень-очень хорошее хмелевое. Алкоголка, она даже как ипашка какая-то. Ну, хмель прям очень хорошо чувствуется. Замечательно. Запорожье молодцы. Спасибо. Пожалуйста. Вот по спине видно, к кому вы подошли. А вот там за спиной здесь, короче, главный вдохновитель. Крафта, хуяфта. Евгений Беличенко, он же Дитька. Что-то сейчас попробуем у Дитьков. Что можно попробовать? Есть томато с саванской солью, луком порей и соусом табаско. Есть клубничка по-непарному с розовой солью. Есть калау, это молочная империал клубничка. Сейчас пробуем клубничка. Травмата мы пробовали на Киевском фестивале. Шикарно. Ох ты, клубничка какая розовая. Да, она такая, она солененькая. Пусть она еще выпивающая, на бумагу стоять с солью. Ох ты, хорошо. Сладко, кисленько и чуть-чуть солененько. Вообще какое-то необычное сочетание, но очень прикольно. Поймали. Поворачиваемся. Дмитрий Некрасов, аплодисменты. Прямой эфир? Что такое? Нет, не прямой. Расслабься. Ну что ты? До житья. Нормально. Ну, я смотрю, бодрячком. Уже да? Да. Вчера так эх-эх-эх-эх было, да.
А ты берешь на привет. Уже два дня. Привет, дорогой. Да. Сергей Назаренко. Салют. Ну как вам фестиваль? Весело. Только пришли. Пока пришли. Сколько времени? Сколько времени? 15 минут третьего. 15 минут третьего ребята только пришли. Вчера до скольки там? До 4? До 8 утра. До 8 утра, да? Тоже и позавчера тоже. Тяжелая жизнь пивовара. Очень тяжела. Все страдают. Пьют, гуляют всю ночь, а на следующий день работают. Судьба. Так бывает. Работаем работу на работе. Это варвары. Но почему-то не бородатые варвары. Ну, там понятно, почему не бородатые. Здесь почему не бородатые? Вообще непонятно. Варвары, почему не бородатые? Как-то так получилось. То есть на логотипе бородатые, за кранами не бородатые. Что интересное можно у вас попробовать такое, чтобы... Кислое, крепкое. Кислячок. Кислячок, попробуем кислячок, варварский кислячок. Варварское пойло. Ой, какой красивый цвет. Дикий сезон с вишней. Дикий сайзон, блин, с вишней. Ух ты! Прям фармхаус такой. Бред дают вот эту палитку, моченые яблоки. Ой, как хорошо! Ренейки надо попробовать. Не, я по одному. Я не дойду. Я не дойду, честно. 12 стрел. Нет, точно нет. Точно, 12 нет. Не, варвары молодцы. Блин, постоянно качественное, разное, новое, прям вот крафт. Давай Пашку нам новую. Нет, все, вот одно и все. Спасибо, честно. Я с удовольствием. Поэтому горчинка тоже присутствует. В основном бельгийские стили воспринимают сладкие. Конечно, вишневая косточка такая. Легкая горчинка идет. На первом носе именно вот фармхаус такой вот моченое, квашеное. Да, да. А потом во вкусе вишня и в запахе вишневая косточка. Смотри, после этого ближе к вечеру в опять еще подключишь. В опять это что? Тоже дикий сезон, только с малиной. С малиной, да. На малину зайдем? Зайдем. Ну на, попробуй. Вишневый фармхаус. Уже дикция не та. Хорош. Да, классно. Спасибо. Тут трое. Варлис Бир, Люки Мэн, Синема Брюэри. Вообще, Федя, привет. Здорово. Что интересное у тебя? Хочу себе такой бокальчик. Да. Это парень дегустационный. Да, да, да. Чтоб можно было дойти и все. А Пашечка тебе налил? Ну что-нибудь такое, да, интересное. Да, простая легкая Пашечка. Легкая Пашечка. Ну, легкая Пашечка. Да. Интересный. Ага. Хорошо. Зачет. Отжог бокалом, конечно. Уже 25-я пивоварня. Дегустационный бокал. Тогда не белый умный вид.
Вот это уже ничего не чувствую. Я уже не контролирую лицевые мышцы. Поэтому спасибо. Все, пока. Так, это пап. Три ноги. Три. А вот организаторы. Организаторы фестиваля МОВА. Привет, МОВА. Здрасте. Что у вас классное, интересное? Мы сейчас сделали Open Business, и плюс еще Summer Egg. Это у нас чисто не для фестиваля. Сейчас Open Business. Он у нас сделанный по технологии, как наш пилснер мы делаем. Так мы добавили сюда другие ингредиенты, и вот у нас получился. А давайте попробуем. Давайте попробуем. Open Pilsner. Ах, какой золотой цвет, золотой. Хороший такой чистый аромат. Теперь нас с вами поедем. Несмотря на то, что поменяли только дрожжи во всей рецептуре, он очень отличается от нашего. Протекция. Цвет у него такой же. Ну такое плотнее тело, по-моему, плотнее стало. Очень хорошо. Ровно. Сильно. Мы его потихонечку улучшаем, поэтому возможно его. Много надавали, вы не распределите его, да? Отлично. Все очень. Это же хорошо, для этого и пришли. Перфекто. Вера не влада. Ага. Как по-английски привет? Hello. Лично с Америки. Лично с Америки, да, 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 да. Со штата Вашингтонщина. Или Техасщина. Техасщины. Ребята с Техасщины. Северная Каролинщина. Полностью Сьерра-Невада, вся линейка, да, представлена? Постоянно всегда что-то появляется новое на данный момент. Ну, понятно. Пивоварня Сьерра-Невада. Какая? Купель вообще с крафтом. К сожалению, у вас кранов нету, да, только? Нет, ребята не делают совершенно ни одной позиции. Кран. Они все банки. Банка, бутылка, да. Молодцы. А попробовать что-то даете или нет? Ну я понял. Ну, мы и так знаем, что это топовая пивоварня, конечно, и, конечно, все сорта на высшем уровне. Дэн, ага. Привет, привет. Харьковчане, мы вас знаем. Ага, спасибо большое. И вам спасибо. Заходите еще, мы сегодня. Что-нибудь такого. Чтобы вы поняли, что такое Дэн привет. Да? Ну тогда барлика надо. Нет. Пожалуйста, нет. Тогда вот так. Вот так. Это манго. Ну, по цвету видно, что это манго. По запаху, я тоже думаю, вы поняли, что это манго. Ой. Бомба-ракета. Да, классно. Классно, такое насыщенное, просто вот густое. Даже не сколько сок, как вроде как пюре. Пюре на пюре. На пюре, но оно, знаешь, когда добавляют, оно как бы
все равно вроде как сок, да, а тут как бы оно густое такое. Ну, мы можем добавить. Мы Харьков, да. Хорошо. Очень хорошо. Ну, если вам интересно, как бы хотя бы на то, что есть. Да, спасибо. Три ноги вас нет. Три ноги раньше. Деды. С дедами мы знакомы. Недавно в Одессе тоже стояли рядом. Деды заняты. Общаются. Ладно. А мы профилоним, пропустим. Мы их пробовали уже. Так что мы пойдем дальше. Вот, а это 2085, пивоварня будущего, это Назар, основатель и, скажем так, проводник в будущее пивоварение. Привет. Привет. Расскажи, что интересное у вас такого есть? Ты говорил, смородина, да? Смородина якраз тільки підпочили, це чергова версія квейку нашого, квейк IPA, на якій ми поклали ще приблизно 30 або 40 грамів на літр чорної смородини. Щоб його якось круглити, трошки більше додавати ягідної кислинки, і, до речі, вона якраз пішла в баланс з хмелями, які там вже були в IPA. Цікавий сорт. Ваня тут не пожалел просто с горкой. Ну, захист без оксидации. А, да. Все по фэншую, да? Звичайно. Ух ты, сразу первый нос, просто хмеля такие мощные. Фруктово-ягодные такие. Класс. Во вкусе уже такая сладковатая ягода пошла. Ну, зачетно. Зачетно, классно. Мы имеем квейк ванила ламонтар. Это пейстри саур, то есть лимонный пирог. Я пробовал вчера. Нет, я же пробовал. Никто ничего не помнит. Я не помню, вы не помните. Что вчера было вообще? Никто ничего не помнит. Не, ну у ребят всегда супер четкие сорта. Обалденно. Всегда что-то новое. На, попробуй. Я смотрю по квейкам, да? Любите квейки. Да, они интересную такую вот дают фармхаусность. Такую, скажем так. Квейк IPA, він навіть без хмелю, він вже має такі нотки, знаєш, коли персик постояв на столі, перезрівши літнього дня. Що він навіть трошечки вже підгниває, але такий вже соковитий. Мощний такий. Навіть дрібчі, от вони дають тобі таке відчуття, ніби це такий забрілий, перезрівший пес. Ну, говорять, квейки, вони как бы довго не стоять, там місяця 2-3, і как бы запах починається теряти. Замічав таке, ні? Не замічав, напевно, тому що в нас квейк IPA, він охмелений, і він просто переходить в якусь трошки більше хмельонку. Хмельонку, так? Ну, прикольно. Це просто вирішили зробити такий маленький апгрейд для фестивалю. Супер, спасибо. Будь ласка. Так, і последнє перед нами пивоварня First Dnipro Brewery. Ми їх прекрасно знаємо, з Дімою ми там зустрічались. Это ребята заняты тоже народ. Мы их, в принципе, тоже все пробовали, все их знаем. Большая пивоварня. Я думаю, мы тоже профилоним, потому что 30 пивоварен даже в мензурочном стакане – это тяжело.